треугольника Паскаля есть и другие свойства. И напишем здесь минус, а здесь плюс. Здесь минус, а здесь плюс. Здесь минус, а здесь плюс. Так, считаем. Сколько будет 1 минус 6? 0,5. Неправда. 1 минус 5. Минус 5. Потому что 1 меньше 6, поэтому будет минус 5. Так, минус 5 плюс 15. 10. 10, молодцы. 10 минус 20. Минус 10. Минус 10 плюс 15. 5. 5. 5 минус 6. Минус 1. Минус 1. 1 минус 5. Так, 1 минус 5 сколько? Минус 4. Минус 4. Плюс 10. 6. 6. Минус 10. Минус 4. Минус 4. Плюс 5. 1. Минус 1. 0. Поехали дальше. 1 минус 4. Минус 3. Плюс 6. 3. 3. Минус 4. 1. А да, минус 1. Плюс 1 будет 0. Все поняли, какая закономерность? Да. 1 минус 1 это что? 0. 1 минус 2 и плюс 1 это что? 0. 0. Оказывается, если в строчке треугольника Паскаля поставить через 1 плюс и минус, минус, плюс, минус, плюс, минус, плюс, то ответ будет нулем. Кто докажет? Кстати, тема занятия была треугольник Паскаля и числа сочетания. Так вот, эти самые числа, которые в треугольнике Паскаля, они как раз и называются числосочетания. Единственное, что я сегодня совершенно не успел сделать, я не успел объяснить, почему же они называются числами сочетания. Ну, как мы в следующий раз обязательно это сделаем, но сейчас дело более важное. Все-таки довести до ума с этими минусами и плюсами. Уж если задача сформулирована, давайте ее решим. Минус, плюс, минус, плюс, минус, плюс. Что? Нет, нет, конечно. Надо именно так. Один, минус, потом плюс, потом минус. Подсказка. А вы возьмите и то, что я написал для... Я же здесь не зря место оставил. Для хиты. Я для шестой строки написал. А вы возьмите и напишите-ка это только для задачи с минусами и плюсами. Кто-нибудь есть, кто не боится? Ребята, совсем просто, честно. То же самое, что я уже сделал. Давай. Только быстро. Значит, рассказываю, что вы сейчас должны делать. Взять, написать под единицей число 1. Быстрее. Так же, как я писал. 1. Под шестеркой написать 1 плюс 5. Пиши. 1, нет, ну 5, извини, конечно. Ты пытаешься сэкономить долю секунды. В результате люди должны тратить часы, чтобы расшифровывать твои корабли. Напиши нормальное число 1 плюс 5. Отлично, все-таки уменьши. Под число 15 напиши 5 плюс 10. Отлично, под 20 сам догадайся. Под числом 15. Все успеваем написать, ребята. Под шестеркой.
Девушка, ну что такое? Разве так? Так, отлично. И наконец-то единицы пишем. Господа, он все сделал абсолютно правильно. А сейчас осталось буквально чуть-чуть. Надо здесь поставить минус. Это заключить в скобки. Нет, не это. А вот это. Да, потому что вычитается шестерка. Сколько клиентов? А теперь раскрываем скобки по стандартному известному правилу. Вычесть сумму двух чисел – это то же самое, что по очереди вычесть каждый из них. Так, напиши, пожалуйста, здесь под единицей. Один. Дальше. Минус. Нет. Цифра под цифру, знак под знаком. Минус. Не надо недооценивать красоту. Вам кажется, что я придираюсь к оформлению, а на самом деле я пытаюсь, чтобы вы записали в удобно понятном виде. Минус 1, дальше минус 5, правильно? Потому что ты вычитаешь сумму двух чисел, значит каждый дальше плюс. Под пятеркой пишем пятерку. Да, успевает ходить, чтобы все будет отходить в сторону. Почему минус? Мы складываем, так, и не 16, а 10. Знак 0 не совпадает с цифрой 6. 5 плюс 9 дальше. Минус, пиши, пожалуйста. 10. Все успеваем написать и думаем, что у нас получилось. Неверно. Когда вычитаешь сумму, то на самом бери на плюс. То на самом деле каждое из слагаемых не нажми минус пиши. Отлично. Дальше. Плюс 10. Плюс 5. Минус 5. Минус 1. И плюс 1. Так. Господа, вообще-то видно, что у нас, когда идешь, 1 минус 1. Минус 5 плюс 5. Плюс 10. Минус 10 плюс 10. 5 минус 5. Минус 1 плюс 1. Число и рядом такое же число с другим знаком. Они, естественно, объединяются вот в такие вот пары. Все понимают? Так, господа, понятно или нет? Да, понятно. Понятно, садись. Я это сейчас быстро покажу в общем виде. В общем виде это показывается так, смотрите, А минус А плюс Б, Б плюс С, минус С плюс Д, плюс Д плюс Е, минус Е плюс Ф. Пожалуйста, запишите обязательно вот эту общую строчку. Значит, смысл очень простой. Когда раскрываешь скобки, то получается следующее выражение. А минус А минус Б плюс Б плюс С минус Д минус Ж. Видно, что они естественным образом объединяются в пары, и в каждой паре, конечно, ответ равен нулю. А когда складываешь много нулей, то получается ноль. Да, да. Вот. Ну, ребят, на самом деле можно было бы еще очень много часов заниматься треугольником Паскаля. То есть мы даже из того, что всегда рассказывают, прошли только малую часть. Надеюсь, мы в этом году еще успеем к этому вернуться и с другой стороны посмотрим на треугольник Паскаля. Вернее, не надеюсь, а у нас в программе это запланировано. Вот. А сейчас на этом все.